Дорогие друзья, и вновь в нашем эфире прикосновение к культуре папуасов, да, которые, в принципе, благодаря деятельности Николая Николаевича Миклуха-Маклая и первого, и второго, второй с нами, руководителя Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научного сотрудника Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, Институт Востоковедения Российской Академии Наук, основателю, благодаря и директору фонда имени Миклуха-Маклая, да, вот мы все ближе и ближе к папуасам. Николай Николаевич, доброе утро, очень рад нашей новой встрече. Да. Доброе утро, очень рад вас слышать. Ну, вы знаете, меня папуасы нарекли тогда Маклая четвертый, представляете? Вот мне они посчитали, что я в четвертом поколении, и говорят, теперь ты Маклая четвертый. Но я по-настоящему в шестом. Поэтому не знаю, как сейчас выходить из этой ситуации. Да, Николай Николаевич, я рад вас слышать. Да, да, благодаря вот вашим, сказать, лекциям, да, вашим, вашей просветительской работе, вы знаете, люди интересуются культурой папуасов. И недавно мне прислали там в личное сообщение, говорит, Сергей Валерьевич, вы спросите у Николая Николаевича, это правда или это фейк? Значит, сейчас вот во что не хочется верить, все сразу называют фейком или нейронкой. Иронка, типа, нарисовала, показали мне портрет, значит, какого-то руководителя племени, товарища, да, с этим самым, с остатками своего собственного дедушки. Мол, говорят, смотри, Сергей Валерьевич, они их, да, не хоронят, они их хранят, и надо узнать у Миклуха-Маклая, так ли на самом деле, или это журналюги проклятущие все врут про папуасов. Ну, вы знаете, папуасы действительно не хоронили в землю, и, откровенно сказать, им это было страшно. Вот подумайте, да, вот мы считаем, что всякие антихристы и всякое зло у нас под землей. И вот они, самое интересное, мне открыли такую тайну, когда я вот был последний раз в экспедиции, говорят, вы знаете, говорят, мы последние вот гробы, когда к нам крестьяне пришли, и католики, конечно, в основном, и сказали, что, ну, как так, надо же уже хоронить, и в традиционной, традиционно они это никогда не делали, и в одном из регионов хоронили черепа, укладывая их на скалы, на скальные такие вот захоронения. И туда же притащили гроб. И я говорю, слушайте, ну как так гроб вы притащили? Тут же, в конце концов, говорит, вы знаете, говорит, мы, конечно, понимаем, верим очень сильно, но так боимся землю хоронить. И был такой переходный период, смешно это или нет, но у каждого у нас есть небольшой страх перед чем-то новым. Сейчас они все-таки христианское государство, но принципиально они не хоронили и сохраняли черепа или же в своих домах. В некоторых регионах они делали наскальные захоронения. И, кстати говоря, это же показатель именно того, что общество сохраняет определенные традиции от своих предков. Один из этих показателей то, что они, например, хранили всегда черепа без челюсти. Наверняка у вашего на этой фотографии череп без челюсти. А почему? Потому что нижняя челюсть, она как раз рассказывала те тайные секреты магические, да, о том, что... Ну, то есть, чтобы не разболтал, товарищ, да? Да, да, именно так. Ну, то есть, вот, удивляться не надо, друзья, это фотография правдивая, это, да, вот все. Да, правдивая абсолютно. Николай Николаевич, ну, мы сегодня поговорим об открытиях наших дней, да, и о ваших товарищах, которые из России добираются окольными путями, три дня, а то и дольше летят, плывут, едут, чтобы оказаться рядом с папуасами, да. Неужели есть что-то еще открывать? Ведь, как говорится, вот эпоха великих географических открытий уже прошла. Да, к сожалению, мы опоздали. Да, и... Прошла, с одной стороны. Ну, это называется, назвали эту эпоху через некоторое время, может быть, и нашу эпоху потом назовут, эпохой открытий, информационных. Да, вот у нас достаточно много информации о разных обществах, племенах. А мы иногда не можем это все дело систематизировать или познать себя благодаря этому, или познать эти общества. Вот, кстати говоря, проект, который мы начали, российские исследователи Океании, открытие наших дней, о котором вы сейчас сказали, он у нас не случайен, потому что вот благодаря радиоэфирам с вами, благодаря нашему проекту, начался запрос, в конце концов, ну, слушайте, вы рассказываете об исторических открытиях, совсем не рассказываете, а что же вы открываете сейчас? И вот мы запустили этот проект, и с вами мы его как раз немножечко раскроем, потому что открывать есть что.
И сами по себе открытие это в том, что ну, общество развивается не синхронно, сравнивать их будет неправильно, а вот те общества, которые находятся сейчас в Папуа-Новой Гвинее, во многом традиционные. И вот эта вот патриархальная семья, соседская община, клановость, это то, что мы изучаем в учебниках, во многом в Папуа-Новой Гвинее, благодаря именно сохранению определенных условий жизни, когда люди живут на земле, когда они вынуждены сохранять традиционные семьи, чтобы обрабатывать, это, конечно, возможность посмотреть в реалиях на то, что мы проходим в учебниках. И поэтому открывать есть что. И я вам должен сказать, что вот в рамках проекта мы представляем его в школах, и там будут передвижные выставки. И я сделал впервые с моими коллегами очень интересный такой видеодневник. Ну, в ходе экспедиции не всегда есть возможность записывать, а сейчас же новые технологии. И вот я делаю записи своих дневников во время того, как путешествую по Папуа-Новой Гвинее и по удаленным деревням. Непростое дело. Дневник отличается от просто блогерства по той причине, что ты, когда делаешь дневник, и делаешь ошибки, и там показывается реальная жизнь. И вот этот вот короткие ролики мы решили опубликовать у себя и рассказывать тем самым о том, как же все в жизни происходит. Ну вот один из моментов я вам расскажу, например, вам будет интересен момент, почему же мужчины вот в тех традиционных семьях, да, например, на озере Кутубу, сейчас танцуют танец синг-синг, общение с богами. Потрясающе мне оказалось интересным, когда я узнал их легенду по-настоящему, почему же все-таки они танцуют, а не женщины. И куда они сказали, говорит, вы знаете, говорит, вначале танцевали женщины. Это, конечно, история не для школьников, поэтому... Но потом кончились, да? Нет, дело в том, что мужчины наблюдали за всей этой красотой. Им очень нравилось, ну, поскольку это легенда, пересказываю, как есть. Им очень нравилось, как груди поднимались во время этого танца. Они наблюдали за движением бедер. А потом, во время этого танца, женщины все время отвлекались на детей. И они не могли сосредоточиться, мужчины, на всем этом деле. Им это не понравилось. И они поняли, что женщины должны заниматься детьми, а мужчины танцевать. Вот такая вот легенда, почему действительно мужчины в Папуа-Новой Гвинее через танец синг-синг общаются с богами. Интересно, интересно, да. Николай Николаевич, а вот вы упомянули в суе блогеров, да, их расплодилось-то, к сожалению, тьма тьмущая, да, каждый, можно сказать, может казаться блогером сегодня. В этом смысле мешают они вашей научной работе? Вот лезут туда со своими камерами, со своими микрофонами, со своим непрофессиональным мнением, неподкрепленным, так сказать, работой в Академии наук, да, мешают? Гадят. Вот объясните нам. Вы знаете, они не мешают, потому что их там нет. Вот плюс заключается в том, что боятся. Не добраться до тех мест, до которых мы добирались. И боятся, и, конечно, они могут хорохориться и рассказывать блогу, что по-настоящему-то они были где-то, но мы их там не видели. Поэтому о Папуа-Новой Гвинее, об острове Новой Гвинее, о тех местах именно, которые посещаем в рамках наших проектов, исследований этого уникального региона, конечно, я их там не видел. И в этом, конечно, уникальность, потому что фактически вот мы с вами рассказываем много нашим радиослушателям, но ведь я посетил 10 деревень удаленных, которых не ступала нога ученого, и мы тогда преследовал цель познакомить с теми опубликованными дневниками Кухмаклая самих же коренных жителей и узнать, что правда, что нет. И вот для себя я сделал открытие такое, что, оказывается, Кухмаклай пример того, как беспристрастно он передавал информацию, не как блогер, приукрашивая что-то, а как есть на самом деле, потому что дневники его оказались не просто ценными, а не тем, что они передали эту информацию. Они подтвердили то, что говорили сами коренные жители, исходя из тех историй, которые передавали им предки. Вот это потрясающе. Вот блогерам бы взять бы пример Кухмаклая, было бы неплохо. Николай Николаевич, тогда вопрос. А зачем блогеры лгут? Ну, вы знаете, это же бывает привычка такая. Вот
Просто люди такие, я понял, просто люди такие. Хорошо, хорошо, это такая маленькая ремарка. Николай Николаевич, а вот вы сказали, что вы школьникам, да, адресуете этот проект, а вот когда вы обосновываете, знаете, вот когда встречаешься с людьми серьезными, они такие говорят, обоснуй. Вот, вы когда обосновывали, зачем школьникам встреча с образом жизни, так сказать, товарищей наших папуасов, да, если у нас сегодня, видите, у нас сегодня равноправие, у нас сегодня партнерское отношение. У нас сегодня говорят, мужчина должен мыть посуду, тряпкой шарашить по кухне там и так далее. То есть это как-то вот, как-то вот как диверсия выглядят ваши эти уроки с точки зрения воспитания современного мужчины юного. Ну, вы знаете, говорить можно многое, но у нас во многом до 20 века сохранялась патриархальная семья и соседская община. А если мы помним, что соседская община – это точно не индустриальное общество, в котором мы сейчас живем, а в дальнейшем говорится о том, что у нас будет информационное общество. Но практика не может сказать точно, что будет оно или нет. И как жизнь повернется, вернемся ли мы обратно к общине, или же будем продолжать дальнейшее движение, это никому не известно. Известно только факты истории. Вот познакомиться с этими фактами истории, о том, каким образом устроен мир, и расширить свой кругозор для того, чтобы воспринимать его, для того, чтобы понимать. И для того, чтобы смотреть на него более осознанно, двигаться в жизни, это очень важно для детей. Вот для детей еще было, оказывается, важно увидеть тех, кто делает работу сегодня. Ведь мы же знакомим и с моими персональными экспедициями, с работой ученых в этом регионе. А также приводим примеры того, как исследовали в предыдущие века. И вот то действительно отличие российских исследований в этом регионе, не колониальный налет, не желание наживы. Вот мы как-то говорили о том, что же вот целью являлось Колумба, других открывателей. Ну, давайте откроем их заметки и посмотрим, что их интересовало только, конечно, золото. А мир путешествий и вот великих географических открытий начался после того, как, ну, мы знаем, да, из истории, что было необходимо, да, определенным образом через освоение получить, да, большее обогащение. Да. И Николай Николаевич, а мы не будем стесняться, мы так и скажем. Америку открыл грабитель Колумб. Вот, вот так и надо. Племя незнакомое. Дорогие друзья, конечно же, с нами Николай Николаевич Миклух-Маклай, руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, основатель и директор фонда имени Миклух-Маклая. Мы говорим о том, как российские исследователи изучали Океанию и сейчас изучают, и открытия наших дней живут и побеждают, как говорили в старые времена. Но, Николай Николаевич, вот вы видите реакцию современных детишек, да? Значит, которые вот приходят, смотрят. Вот скажите, пожалуйста, глазенки-то загораются, и у кого больше, у мальчишек, или как девчонки смотрят вот на этот классический, так сказать, образ жизни людей, да? Они как бы в шоке или наоборот хотят вот такого же быта себе? Знаете, абсолютно интересный, увлекательный материал представлен, представлены выставки планшетные, и можно как бы при помощи сайта еще и посмотреть. И когда ты смотришь на глаза, конечно же, просто ошарашенные дети смотрят потом, а что это такое и как? Это сейчас? Это вот можно видеть сегодня? И вот это, наверное, двигает их к тому, чтобы открывать больше литературы и книжек по поводу того, что творится на нашей планете. Потому что Россия, конечно же, мы индустриальное общество, в котором все развивается. Вот информационное, можно сказать, в котором можем получать, передавать информацию, но не везде так. Ну и страна-то у нас большая, не везде интернет тоже есть. И наше общество тоже позволяет нам, знакомство с тем обществом позволяет с нашим больше знакомиться. Конечно, мальчишки больше увлекаются. Девчонки, по моему мнению, с большим интересом, и вообще девушки как бы двигатели в этом плане, я считаю, прогресса, потому что они более системно к этому всему подходят. Если вот готовят какие-то материалы, у нас многие готовят сейчас дополнительные работы, проектные,
по тематике освоения региона и Папуа Новой Гвинеи и папуасов, и почему Микухамакай так знаменит был, потому что ведь эти все российские теории, которые были в 19 веке, да, пропагандировавшиеся, они сейчас же тоже так же продвигаются. Николай Николаевич, надо четче, не российские, российские теории, да, надо... Расисты, вот кто, да. Да, да. Расизм, он у нас очень часто происходит из-за национализма. Достаточно часто это происходит, когда кто-то считает, что его нация является самой превосходной. Ну, это ошибочно. Микухамакай, кстати говоря, вот если мы будем говорить о интересных фактах, ведь мы же сейчас возвращаем черепа, которые собрал когда-то Микухамакай, и эти черепа были предоставлены в музее России и Австралии, и эти черепа мы сейчас возвращаем в Папуа Новой Гвинеи в феврале, а собирал он с целью того, чтобы показать, что антропологически эти черепа абсолютно не отличаются от европейских. Вот вы представьте, что невозможно было белым людям доказать о том, что все-таки папуасы, да и темнокожие люди те же самые. Все они хотели их в рабство. У них были специальные измерительные приборы, они мерили черепа, да? И такое тоже происходит, конечно же, безусловно, и мерили, и смотрели, и пытались. К сожалению, это часто происходит из-за необразованности, но мы с вами же проводим вот эти вот все просветительские циклы лекций для наших радиослушателей, для вообще для всех, для того, чтобы мы больше знали об этом мире. Вот я думаю, что... Николай Николаевич, смотрите, вы скептически, я вижу, к информационному обществу относитесь, как и многие, конечно, мы с опаской. Вы как думаете, это такая, ну, скажем так, какая-то, так сказать, общественно-пропагандистская уловка такая международная, или вырисовывается действительно какие-то черты, что это за такое информационное общество будет, да? То, что вы сказали, неизвестно, куда дорожка дальше повернет. Может, обратно к папуасам заглянем, да. Ну, безусловно, ведь никто не сказал, что история должна идти по определенной стреле, да, которой мы решили, что она должна идти. До этого никто не считал и никого не интересовал возраст. А как появились паспорта, да, как мы непосредственно структурировали историю и сказали, что у нас есть до нашей эры, века определенным образом, это наше представление. Наше представление, которое мы получаем благодаря нашему образованию. Ну, например, мы говорили о... к нашим географическим открытиям. Мы говорим, что век географических открытий, когда Колумб, когда другие путешественники отправились в этот регион. Но мы должны не забывать, что, вот, например, отправлялись они 3-4 кораблями, иногда 5, да? А китайцы в то время уже осваивали тот регион великолепно. И у них уже было 50-60 кораблей, которые осваивали этот регион и торговали. А самое интересное, цель китайцев, когда они там выстраивали эти корабли, это было с целью торговли. И они боролись очень серьезно с пиратами. Цель же непосредственно наших европейских первооткрывателей было, ну, давайте так будем прямо скажу, получение новых благ за счет ограбления чужих земель и также чужих кораблей. И вот это разное представление. Китайцы представляют немножко по-другому, если мы немножко посмотрим на эту историю. И увидим, что оказывается, ну вот мы говорим о том, что мы великие мироплаватели, а китайцы уже давно уже плавают, и очень неплохо. И в этом плане, я думаю, что познание мира с разных сторон, вот это информационное общество нам дает возможность познать и понять, что не всегда движение вот определенно линейное может быть самым лучшим и обязательным. И, может быть, оно и будет так. Но мы, по крайней мере, будем знать о разных вариантах. Это тоже неплохо. Да, да. Николай Николаевич, но вы же будете продолжать свою деятельность по просвещению молодежи, да? Вот. Чтобы люди знали, что есть альтернатива. Альтернатива. Самое то, что самое главное, как мне кажется, это возможность дать молодежи действительно расширение кругозора и позволить им понять, что они благодаря познанию того, что сделала Россия и того, что сделали россияне в этом мире, это очень большой вклад, смогут внести и свой вклад для
нашего Отечества в будущем. А то, что мы закладываем сейчас, когда они как дети смотрят на это самое главное. Потому что, ну, фактически, я думаю, что все мы воплощаем во взрослом возрасте свои мечты. И вот то, что они встречаются с интересным, разнообразным миром, это позволяет им, да, не позволит им в дальнейшем воплощать те мечты во благо нашего Отечества. Да, то есть капиталисты выбирают, империалисты, ограбление, а мы им всем странам третьего мира предоставляем возможность выбора торговать, изучать и дружить друг с другом. Правильно, Николай Николаевич? Вот так вот, да. Абсолютно. И я не сомневаюсь, какой правы. Вариант для них предпочтительнее. Вот в этом дело, да. Николай Николаевич Миклух-Маклай, спасибо огромное, как всегда.